Вот настолько было весело, гости, вот так, просто нечто супер. И Балдашов говорит, лапочки вон они. А теперь вы узнаете, как я зарабатываю себе на жизнь для своей большой семьи. На этой неделе у меня два мероприятия. Вот сегодня вторник, и я еду на мероприятие, то есть на свадьбу. Буду я вести самого лучшего в мире диджея, ну вы понимаете, о ком я говорю. Кто меня смотрит, понимает. Сегодня мероприятие близкое, мы приедем где-то, наверное, через полчаса, если не будет пробок. И посмотрите там, чем я занимаюсь. Вот такая работа. Встаешь утром, моешь голову, красишься, одеваешься, любую погоду, красивые платья. Хочется купальники ходить, а надо платье. И шорты тоже там запрещены. Дресс-код, понимаете? И едешь на это мероприятие. Потом ведешь. Гости сидят за столами, кушают, пьют, развлекаются, им хорошо. А мне не очень. Ну, собственно говоря, я все равно люблю свою работу. Потому что очень забавно, когда гости приходят такие, как бы еще даже и веселиться, может быть, не хотят. А я их, можно сказать, заставляю. За руку никого не тяну, но тем не менее. И под конец гости такие веселые, довольные, ведут себя как дети. Все, даже престарелые тетеньки и дяденьки, впадают в детство и участвуют в моих конкурсах. Вам предстоит все это увидеть. Скоро приедем и начнем. Потом фоновая музыка. Три коллеги в два ряда, ты нажимаешь Чайковского. Три коллеги в два ряда. Вот мы приехали, вот это все наше. Теперь расставляться будем. Колоночки сейчас поставим, стойки уже стоят. Раз, два. Отлично. Так, подключаем аппарат. Микрофоны. Раз. Два. Провода, соответственно, будет тоже два. Вот. А территория здесь шикарная, можно полюбоваться. Пойду-ка посмотрю водичку в бассейне. Главное не упасть. Ужал глубокий. Какая теплая прелесть. Почему я не взяла купальник? Жаль. А то выскупалась. Придется купаться кем-то. Друзья мои, считаем дружно до 3. Раз, два, три. Еще! Опа! Какой сильный самолетик! Все самолеты не выпустили! Собираем! Собираем, отдаем жениху! Пара-тум-пи-да! Тум! I wanna be loved by you just И для участия в этом музыкальном коллективе приглашается Бум! I wanna be loved by you, just you, not nobody else but you. I wanna be loved by you. И тирли 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 дон, пу-пу-пи-ду. Друзья! Три коллеги в два ряда. Диджей, музыку. Ниже петушок. И... Ура!
довольны. Все улыбались, все зажигали, все танцевали. Спасибо. Ну, закончилась очередная. Вот такой у нас финал. 3, 4, 5. Гости уже разошлись на половину ночи. Не, они еще активны. Свадьба была совершенно безбашенная, ужасно веселая. Сама не могла говорить в микрофон и просила: дайте мне проржаться, потом говорю, я продолжу. Вот настолько было весело. Гости, вот так, просто нечто супер. И молодожены, лапочки вон они. Мы провели больше 10 конкурсов, что бывает очень редко. И все только благодаря тому, что гости были просто самыми замечательными. Это честно. Чего все притихли? Они подслушивают, что я говорю. Так что пока, увидимся. Закончили работать. Можно все выключать. Снимать провода. Сейчас поедем домой. А провода попадают в кадр? Или нет? Ну ты их вынимаешь, а зря, что ли? Все повыдергивают. Вот еще вот этот. Вот еще провода у нас. Сейчас мы соберем огромное количество сумок. Поедем домой. Наконец-то можно будет поспать. Да? Может даже вина будет пить. А то здесь все пьют, а нам нельзя. Потому что на работе. Все можно выключать.